Около автодороги в Приморье очевидцы засняли ранее неизвестного леопарда. Зверя заметили в округе национального парка в районе села Монакино. Ученые провели идентификацию животного и определили, что леопард ранее не фиксировался. Это удалось выяснить благодаря уникальному узору пятен на шкуре зверя. В ближайшее время он будет внесен в базу данных нацпарка. Ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать. При этом данные о месте съемки в более чем 10 километрах к северу от охраняемых территорий национального парка также принесли очевидное подтверждение о расселении растущей популяции редких леопардов.